преддверии Европейской недели иммунизации, которая проходит с 12 по 23 апреля, в понедельник в Нижегородской области начинает работать горячая линия по вакцинопрофилактике. Нижегородцы могут узнать все о национальном календаре вакцинации, о том, какие прививки можно сделать бесплатно и кто попадает в группы риска по различным заболеваниям. Особое внимание будет уделено и иммунизации против COVID-19. В этом году во всем мире неделя профилактики заболеваний проходит под лозунгом «Предупредить, защитить, привить». Телефон горячей линии 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный.